Прием, прием, друзья, на связи Шедимен, Леди Леска и Левкобык. Тебе, друзья! Добро пожаловать в новые прятки-невидимки в Майнкрафте. Сегодня у нас ровно 10 минут для того, чтобы каждый из своей коробочки построил свою локацию, на которой он будет прятаться в инвизе. А другие два человека с оружием должны будут его найти. И одно также и правило. Человек, который прячется, должен строго занять позицию, и двигаться ему будет нельзя. Вот как-то так все правила. Строим мы 10 минут, и мы готовы начинать. В общем, погнали. А, да, и конечно же, друзья, прямо сейчас на вашем экране еле-еле видно появилось какое-то слово, практически невидимое. Если ты смог прочитать, что это за слово, пиши его в комментариях под этим видео. И, конечно же, после этого жми на кнопочку лайка, чтобы каникулы замедлились и шли как можно дольше. Вот так вот. А вот теперь мы точно готовы начинать. Ну что, господа, да, готовы? Погнали. Погнали? Готовы, да. Разлетаемся, разлетаемся по аренам. Разлетаемся и разбегаемся. Так, захожу. Итак, 3, 2, 1... Начали! 10 минут пошли! Я буду импровизировать, ребят. Я не знаю. Так, вот возьму вот эти цвета, вот эти цвета, вот эти цвета. Все, возьму, буду строить именно вот этими цветами. Но смотрите, учитывайте то, что вы должны построить для себя место, в котором вы прячетесь. И учитывайте то, что люди будут бегать с оружием, а вы в невидимости. Но вы же что-то должны логически премиально построить, мы же не только должны... Да, Нубик, логически премиальное, абсолютно верно подмечено. Так, опа. Вот, так что давай. В смысле, а что логическое, Нубик, погоди, в смысле еще раз? Типа нельзя вот сюда, это там кучку поставить. Нет, строй как угодно, откуда знаю, может ты кучи какие-то строишь, я не знаю. Мы ничего не удивимся уже. Ладно. Нубик, здесь уже никто не удивляется. Уже Нубик, тут не надо лишних слов, не надо паники. Ведь это последний день? Да, в акробатике. Так, это что? Так, тут все готово, здесь все готово, здесь все готово. Ребята, моя карта построена. Чего? А прикиньте, просто ровное поле оставить, короче, это реально сложно будет искать. Нубик, это шутка. Кстати, Нубик уже такой, кстати. Нубик уже приготовил. Нубик уже тумбо-юмбу примерил, такой думает, ё-моё, что за тяга. Какой тумбо-юмба? Ну, такая тумбо-юмба какая-то. А, я так с выражением сказал тумбо-юмба. Тумбо-имба. Чё-то я начал грандиозное строить, может быть, это вообще перебор какой-то. Леска, ай! Ё-моё. А я что? Так, это сюда поставили. Я вообще ничего не делаю. А? Я вообще ничего не делала, чего я-то? Леска, я тебе там еще... Ладно, шучу, это просто шутка. Ничего себе. Шуточки у Нубик. Ну, вообще, прикинь, да? Леска, это просто шутка, ты понимаешь, что я просто так могу сказать. А потом нормально все будет, Леска, вообще. Так. Леска, а ты правда то, что Брок дрифтит? Короче. На колесе от этого. На колесе обозрения Брок дрифтит. Офисного кресла. Короче, я вот что думаю, типа, мне кажется, прятки невидимки, это рандом вообще полный. Кого-то могут найти, кого-то нет. Это не зависит от того, как ты подготовился, это зависит просто, можно промахнуться на миллиметр. Потому что как ты даже поймешь, что ты кого-то попадаешь? Вот что. Да. Это же жесть. Это точно. Так, я строю, кстати, тоже. Я без топориков строю, чтобы у нас всех были равные условия. Чтобы все успевали по-разному строить. То есть я просто кликаю и без команд, короче. Вот. Серьезно? Не, ну если вы хотите команды использовать, то используйте. Я, наверное, без команд полностью построю. А я не умею просто. Чтобы челлендж был. Я просто несколько стен с топориком подниму. Не, вот для сравнения просто посмотрим. Вот, для меня тогда доп челлендж, я буду строить без топорика просто. Кстати, ну челлендж тебе устраивает. Ну, конечно. Так. Пупсичный же, да? Так, Нубик, у тебя все пупсичное. А потом Нубика пупсично находят, и пупсично удивляемся, что такое. Шези, вы знаете, когда человек долго не произносил мое любимое слово пупс или пупсича, и человек в итоге произнес когда-то, он так смешно и пупсично произносит это слово, что вообще пупсом становится. Невероятно. Или пупсой. Просто невероятно. Давно я это слово не произносил, аж очень круто стало. Мне невероятно начал себя чувствовать в этот момент. Так. Вот видите, как это слово может помогать вам. Это сюда поставим, тут сделаем что-то типа вот этого.
такую надо музычку все. Леска, это ты вот создай свой трек и выложу куда-нибудь и будут им пользоваться все. Хорошо, я постараюсь. И Нубик будет в эдит под эту музыку попадать. Реально. Я же всегда чувствую, вы знаете, я нахожу красивый трек там или музыку, вот подобные вещи, и я чувствую уже сразу себя. Потом едет в своем нубомобиле, врубает там. Что? Ну, бомобили в своем врубаешь, там я слышу аж из дома. Так, да! ребят, если что, да. Времени остается. Ну, прошло 4 минуты 23 секунды, если что. Из 10. Серьезно? Да, с 10 минут. А, так это же много еще осталось. Ну как, время в конце, почти. Оно как-то. Вы сейчас офигеете, да, как время будет иначе идти абсолютно. Нормально, все, хорошо, все. Так, нормально, ненормально, а время летит бешено. Так. Только сюда поставим. Так, ты зачем так делаешь? Сюда? Зачем так делаешь? Чего такое? Ничего. О, придумал кое-что. Леска поймет отсылку. А я? Да. Окей, Нубик, нет. Интересно посмотреть, что там. Почему я нет? Это очень старая отсылка, и она понятна будет только Липсоуне. В чем отсылка? Почему? Липсончик. Вот увидишь, Нубик, увидишь. Так, что это за сюда поставим. Раз, два, три. Фух, капец, как я пытаюсь быстро строить, и время очень быстро уходит. Так, я думаю, то, что последняя структура, которую уже я сейчас строю, далее, возможно, что-нибудь еще добавлю. Так, почти готово. Получается, вообще-то, у меня неплохо. Да у меня какой-то, не знаю, что это за Амогус какой-то момент получился. Амогус мобиль. Ну так ты тачек строишь, что ли? Вы сами увидите. Окей. Так, сюда поставили. Так, сюда выхожу, а тут сюда что у меня поставили. Будет? Так, я не вот знаю, что у вас там будет. Я вот не знаю, что не так, я вроде бы все так строю, но не получается. А что именно-то не получается? Ну, можно бить построить. Ты тачку огромную, что ли, строишь? Да не только тачку, но все же. Тачку без прокачки, что ли? Да. Так. Оп. Оп. Опа. Так, залепляем. Ё-моё, лестница прилипла. Сейчас еще возьму так. Вот это вот. Так, пам-пам, пим-пам-пам, пим-пам-пам, пим-пам. Такое ускорение музыкальное. Нужно еще всякие там эти детальки добавить прикольные. Ага. Чтобы более полноценно все смотрелось. Я на самом деле даже не думал. Я не предусматриваю сейчас никаких позиций, на которых я мог бы встать и стоять во время пряток, потому что там же двигаться нам нельзя будет. Пока что даже не знаю. Просто строю, буду думать уже потом, когда все зайдут. И будут меня искать. У Лески что-то там, я вижу, тут немного там выглядывает постройка. Да? Леска, в смысле, реально выглядывает, слушай, я не вижу. У меня этот, наверное, деревья. Леска, да, потому что паст. Нет, я не знаю, что за постройка, я вижу дерево, да. Шайди, а ты что, получается, тоже высоко достаточно, потому что да. Ты видишь дерево. Да, у меня высоко тоже получается. Ай, какая. Так, 7 минут 22 секунды прошло. Ух ты ж, нормально так время-то прилетает, а. Да у меня скоро закончено уже. Реально? Да. Чё это у тебя там такое жесткое? Я жесткий. И то знаете что? Там же может быть такое, что в кого-то начнут попадать, снимут ХП. Ну, или в него попадут, и его оттолкнет на другое место. И вот куда его оттолкнет, там человек и должен стоять. То есть, мне кажется, это вообще прикольно будет. То есть, интересно сейчас. А что, прикольно, наоборот, тебя откинут, это для тебя преимущество будет. По-моему, наоборот, преимущество. Я буду прятаться один раз, а искать два раза, поэтому не прикольно никому. Ну, мы посмотрим, ведь раунды будут мега быстрые, мы вообще будем друг друга быстро находить, то почему бы несколько раундов, по два раунда каждому не сделать? Да, интересно получается. Так, сюда. Так, пожалуйста, я не то чего-то ставлю, мне нужны шкафы вот такие, так. И вот эти штуки. Так, друзья, получается интересная штуковина. Интересно, что именно у Лески там. Слушайте, я не знаю, что-то в конце уже леплю, прям хочется сделать красиво, но я спешу. У меня, знаете, вот вы сейчас зайдете,
Мне прям что-то постепенно моя вот эта локация начинает больше и больше нравиться. Было бы больше времени, вообще. Я бы еще прикольных деталей тут добавил. И этого было похоже... Не скажу на что, чтобы вы не поняли, что я строю тут. Да вообще не нравится. Почему тебе не нравится, Нубик? Сделай, чтобы тебе нравилось. Как я делаю? Чтоб нравилось, чтобы прятаться можно было. Конечно. Вот. Это будет просто нечто. Остается 50 секунд, ребят. Да? Ё-моё, ребята. Так. Леска, спасибо за совет. Пожалуйста, так. Слушайте, хочу одну штуку найти, не могу, по завершающую. Что найти? Нубик, когда осталось 50 секунд, а Нубик еще ничего не начал даже строить. Что мне делать? И Нубик такой, ох, зря я туда полез. Да где ты, штучечка моя дорогая, любимая, на кухню вешаются. А давайте каждую локацию, когда будут кто-то к кому-то заходить, мы будем описывать каким-то мемом. Давайте. Давай, давай, постараемся. Давайте. Итак, ребят, 10 секунд. Слышны вопли какие-то. А ловко ты это придумал, я даже сам вначале не понял. Да-да, это я. Стоп, 10 минут вышли. Итак, друзья, вот моя локация, на которой я сегодня буду прятаться в режиме невидимости. У меня вот что, друзья, у меня вот что, друзья. Так, все, я выхожу. Йоу. И что, с кого начнем? С кого начнем? Тебя. Не знаю, как хотите. Ух ты, Леска, у тебя что-то досочка наружу вылезла тут. Где? Что за тяга, симпатяга? Леска! Все, я готова. Погнали? Так, кому кто идет? Давайте компасы сразу возьмем. Нет, в смысле, какой креатив? Так. Ой, я перепутал выживание. Ой! Так, ребят, все, я ставлю. Вот здесь. Все, ладно, давайте тогда начнем с меня. Вы будете искать меня на моей локации. Я включаю режим невидимости прямо перед вами. Вот, сам я буду, получается... Что хотел сказать? Выживание, естественно. Вот, и... Мы тоже, наверное. Я сейчас отправляюсь прятаться куда-нибудь к себе на локацию. Сейчас, секунду. Я вот эту беру. Что такое? Пошли. Пошли? Эй, стойте, я еще раз. Мы не заходим, мы только... И я готов. Заходите. Ага. Так, мем. Какой мем? Это что вообще? Как вам? Лезгиночка души. Так. Это... Такие вот домики разные, красивые. Прикольные тесные улочки получились. Прикольные. Такой, знаешь, ух ты, нифига, тут какие-то у него провалы прям. Ага. Может быть... О, май гад! Ладно, принято. О, учим китайский! Вам это Китай напоминает? Нет. Я это думал, знаете, это какая-нибудь такая узкая улочка в каком-нибудь мегаполисе, типа, видишь? А, Леска, а какая отсылка здесь, которая связана со мной, ты увидишь? Я могу, кстати, знать, я могу. Нет, Нубик, ты это не знаешь, точно. Ну ладно. Сейчас, подожди. Ищите меня, там, пуляйте. А чё, Нубик, так прям вообще надо напропалую? Ну, ваша цель найти меня. Такой же лес, подожди, сейчас, я... он где угодно может быть, понимаешь? Я отсылку ищу. Отсылка очень видимая. Ты знаешь, мне вот этот... А, мне вот этот голубой домик нравится какой-то. А, магазинчики, это я магазинчики такие сделал. Это чё в меня-то? Я же выживание. Старались! Слушайте, это сложнее намного, чем я думал. Но в меня пока ни разу не попали. Так, Шеди, какая ссылка-то? Подожди-ка, соображу я сейчас. Тут есть какой-то атрибут, который знает ли Сауни. Атрибут я знаю, может быть, тоже. Гриб, что ли? Нет. Подождите, про гриб какой-то. А, это живой гриб, но я его ем, видишь, надкушена. Подожди, что же за ссылка такая может быть? Так, сейчас так посмотрю сверху. Там цветочки, тут домики, там грибочки. Скажу так, меня уже попали, вы меня столкнули с моего места. Так, ты упал. Я упал на землю, ребят, да. Капец, а где же он, интересно? Слушай, ну это бедолага, вообще мы тебя сейчас уже найдем, значит, тогда. Жесть. Давайте еще немного времени, мы пойдем к следующему, потому что мы вечно не можем тут стоять. Нубик был ближе всего.
Да я... Близко, очень близко. Я возле желтого здания, ищите. Ладно, будем до Талова. Постепенно. Я понимаю то, что ты тут. Прям очень близко ко мне. Да, все. Ладно. Все, вы меня нашли. Ой. Я стоял на здании, которое понравилось как раз-таки Леске. С синей Леска. Крышей такой. Вот же отсылка. Нет, отсылка это проводочки, которые здания соединены проводочками. Эх, Леска, капец, не вспомнила легенду. Не прям так это. Пойдемте. Итак, следующий отправляется Леска, а я пока возьму оружие и... Леска. Погнали. Так давай мем придумаем. Давай, сейчас надо сначала увидеть локацию, а потом уже говорить мем. Давай. Подождите, какой давай я еще не знаю. Нифига, Леска, ты тут построила, конечно, вот это да. Ребят, не заходите, чё? Леска! Подожди тебя. Так вот, Леска же, смотри, на стене написано. Чё там написано, кто написал? Леска! Леска, чё там, блоки ставишь, что ли? Извините, пожалуйста. Я позицию. Нубик, можно стрелять? Чуть стреляешь. Я перезаряжаю. Так, сейчас я делаю невидимость, и вы перейдете ко мне уже. Секундочка, ребята. Так. Я готова. Погнали, давай. Нубик. Ой. Ой, ну Леска, ну настроила тут. Чего? Так, как тебя зовем? А, да, давай. Подумаем. Леска, а ловко ты это придумала. Я вначале даже не понял. Молодец. Я вот так вот назову. Нифига ты тут, кстати, чё? На комнат нафигачила прям. Леска. А чё? Что? Тяжело, да, назову, тяжело. А чё ты... Что? Капец какой-то. Грабители ворвались. Леска, а что не так-то? Не знаю, такие хитренькие вообще. А ты, Леска, на дереве можешь прятаться? Нет, я туда не... Там меня нет, я сразу скажу. Капец так-то, Леска, тут тяжело. Это еще тяжелее, чем у меня искать. Это такой, знаешь, город какой-то, я не знаю, город а-ля квартира. Как-то странное получилось. Леска, ты а-ля всегда, потому что а-ля! Ой-ой-ой, громко. Нубик, вот это вот вообще уже за рамки выходит просто. А, Леска, я знаю, мне... Какой? Вот этот вот... Скала как делает, глаза так пх. Вот. Это ты там пх делаешь свой. Звук такой был. Звук такой. А видели в при входе мини-кухоньку у меня такая? Да. Интересно? Фух, тяжело. Тяжело. Леска, ты что, в медведя превратилась белого? Ой, нет. Черного. Я вам хочу сказать, что вы меня в какой-то из моментов столкнули, и я на одну позицию опустилась, короче. Ага, так, понятно, принята подсказка. Угу. Ай, Нубик, зачем меня стреляешь? Друг друга стрельбанули сейчас, кстати. Ну, нормально патронов высаживаете вы, конечно, я скажу. Так, если она не пряталась на дереве, но при этом ее столкнули на одну позицию. Нашли? Нашли? Нет? Нет? Значит, она где-то стояла наверху. Скорее всего. Так, тяжело, Нубик, слушай, прям тяжело каждый реально. Каждый сантиметрик. А? Нубик строчит каждый сантиметрик. Так, давай, Леска, еще подсказку. Подсказывать? Ну, ты возле меня, ты меня стал... Стой, Нубик, ты она где-то стал... здесь. Стой, она где-то я здесь. Я не двигаюсь. Все, не надо подсказку. Я не двигаюсь, ты меня, да, снова столкнул. Она где-то здесь. Что за фигня? Отойди, отойди, капец, она где-то вот здесь, как... в этой области. Вы меня раз... Всё. Есть! Всё. Она вот здесь была, вот так вот. А где ты пряталась именно? А, вот ты где стрелял в итоге, там кустик такой над зелененький был на стене. А, понял. Вот где ты стоял. Понял, прикольно, прикольно, прикольно. Да, так, ну, Бэсик, теперь ты иди прячься, иди прячься. Ну, вы знаете, когда вначале зашли, вы просто сразу в этом месте начали отстреливать чутьё меня. Чутьё какое-то, чутьё. Капец мне уже. А чё дверь-то не закрываю, ну ё-моё. А чё ты кастрюлю повесила тут? А тут живет ли Соу, не говорит это... об этом. Там вкусно. Ой, может заходить уже или нет? Нет, а, я думал, уже все, дверь открылась. Переодеваешься, Нубик, что ли? Переодеваешься, занят туалет. Тук-тук-тук. Свободна кабинка. А представляешь, заходишь, такая большая вот эта, и там один унитаз посредине. Все, давайте. Так, мем надо. Давай. И чисто Нубик сел на унитазе в инвизе. Какой бы мем вспомнить?
Я не знаю. Волосы по ветру. Нет, назад, это надо бантик. Нубику говорить, а ловко ты это придумал. А у Лески это, эх, зря я туда полез. А, да, у Лески. Чё, Нубик, наверное, вот тут на столбике где-нибудь. Слушай, ну смотри, у Нубика локация так менее менее застроенная, но при этом у Нубесика тут животные вообще-то. И у Нубесика поля открытые, так что возможно. Нубесик где-то в поле. Да это кто? Как? Леска! Серьезно? Леска 35 секунд. Йоу. Леска гига крутая. Там кружочек было видно. А, реально? А. Опа. А вы у меня не видели кружочек? Нет, 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 не видели ничего. Это у Лески включен кружочек подсказочный. Убери Леска подсказочный кружочек. Хорошо. Нубик, так, чё, второй раунды или Нубику вторую попытку просто даём? Нубику даём попытку, давай, ничего, давай, 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 иди, Нубик. Нубик, иди ещё раз прячься, даём тебе попытку, Леска, ты отключай всякие там кружочки свои. Ну что это такое, куда это годится вообще? Жесть. Это стыдобище. Леска, стыдобище, это стыдобище. Дело в том, друзья, то, что под персонажами бывают такие вот тени, и у нас, оказывается, не у всех они сегодня были отключены, вот, в данный момент, как видите, у меня тени никакой нет, вот. Леска, ты отключила? Слушай, я вроде отключила, если ну, это посмотри, я правильно сделала. Видишь подо мной что-нибудь? Ну, конечно, да, под тобой не вот, вижу кружочек. Вот, значит, нет. Отлично. Получается, что нету, да? Все, да. Мы заходим, Нубик? Да. Погнали. Давай, попытка номер два для Нубика. Интересненько. Так, поехали. Так, сейчас посмотрю, что точно. Да, под собой не вижу, значит, и под Нубиком. Да ё-моё! Я нашел. Серьезно? Нубик. Так, нет, я придумал. Нубик, знаешь что? Что? Возможно, Нубика просто все равно Нубику тяжелее строить. Нубик, иди прячься иди на мою локацию, к примеру. Вот это давай, будет реально интересно. Потому что мне интересно проверить, насколько моя локация крутая, к примеру. Вот так. Надо вообще реально делать так, чтобы на наших локациях прятались вообще другие люди. Вот это будет имба, ребят. Кстати, реально можно. Давайте гол в следующий раз челлендж. Давайте. Все, Нубик сейчас мы последний раз прячется. Челлендж. Прячется на моей локации. Это же круто, да. И Нубик, Нубик будет всем строить открытые поля и все. Шедоуни, я вижу тебя. Я вижу тебя, Шедоуни. Давайте. Погнали. Погнали. Ого, как Нубик, ты как столько умудрился построить сегодня? Нубик, ну ты вообще... Да что ж такое-то? Как? Нубик, опять нашел! Да. Я, честное слово, я не вижу тебя. Как? Что ж такое-то? Ты завалил уже, да? Нубик, пожалуйста, соберись, последняя попытка. Иди прячься, Леска. Реально? Я не знаю, как. Честно, Нубик, почему, как, что? Вот честно, я не понимаю. Какой мем подходит под Нубика сегодня? Нубик, ты прячешься просто, я не знаю. Я думал, и сова. Ой, а что это там прячется? Сопля? Нет, это Нубик-кубик. Давайте, я готов. Ой, Леска, пошли, давай, я уже боюсь, давай, сейчас я снова... Погнали. Я просто предсказатель какой-то, вижу невидимых. Вы уже предсказатели какие-то? Да, как мы долго тебя искали, да, считай? Пипец. Нубик. Че, опять вокруг тебя? Ой, попали, вокруг что ли, тебя уже нашли? Это какой-то тяжелый сосуд сдвинули, такой. Так, лезу попали, наверх. Нашли? Тупо, пипо. Подсказка, people. Вы меня до этого сдвинули. Уже подсказка? Yes. Окей. Ага. Так, Нубик, если до этого сбили, значит, Нубик не на проводах. Опа, опа. Какие-то домики отстреливаем на краюшечке на каком-нибудь. Может. Наверное. О. Тяжело. Слушай, перекрестно стреляем, просто жесть. Нубик, ну ты как так прячешься? Ну имбово, имбово. Да-да. Это правда уже лучше. Ну да, конечно. Слушай, а как туда залезать? Что-то я не понял. Ну ё-моё! Нашли? Да шучу. Вот теперь уже настоящая пряточка пошла. Так, слушай, а где же Нубеск-то? Так, тут нету, тут не залезть. А чё хитро понастроили как-то здания такие, ой, что не... Так, Нубик, давай, наверное, подсказку. Я на земле. А, так тоже. Хм. Попом.
Интересно. Так, мы его сдвинули на БСУ, и он потом на землю попал. Да ё, о, вот был, все, нашел. Возле, прям в том же месте, куда вы меня сбили, туда же и Нубик, получается, улетел. Отлично. Друзья, ну что же, вот такие у нас сегодня получились прятки. Кстати, интересно посмотреть, взлетев, какие у нас локации, как они выглядят. Они выглядят, ребята, вот так, посмотрите. Вот таким вот образом, такие у нас маленькие прикольные локации. Вот, на связи был Шэдимэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Всем пока-пока!